Так, ну тут пачка из азиатов залетела под 7-8 слот. Может жестко бахает в эту игру. Сейчас увидим. Так, верни клокерк, чем Марс. Ну, тут думаю. Такое, да, тут вариантики. С карточками драконы сильные, шаманы, да. То есть, опять же, через карточку Таурены стайт есть, стоит. Можно тут нагами закрываться сильными. Посмотрим. Вот, я как раз, Гарик, вот тут вариантик. Через карточки самое лучшее делать... сейчас все буду рассказывать. Смотри, есть коры. Темпларка, буду называть тролль. Спектра, гирокоптер. Ну, и аркварден иногда. Можно делать огром. Еще круто Эмбер Спирит, вообще пушка тоже. Через карточку огром делать. Не через алхимика, а через игра, потому что... Он единственный, у него одна раса, у алхимика еще раса гоблинов. Дракона можно делать через Драгонайт и Джекира. Вот одна из, это одни из самых популярных вариантов. Я иногда Тауреном делал, вот как раз катка у меня вчера была крутая. Ситуативно. То есть попробуй сначала на денечках поставить, зафармить. Такое я не беру. Просто не повезло, бывает. На, все. В принципе, не надо. Не успел. А, ну хотя бы один успел. Если бы оба успели, было бы идеально, шикарно. Вот класс, мне больше всего нравится шамана делать. Т3 Элдер, ой, Т2 Элдер, Т3, ну, друиды, в общем. Трилоник пень шаманом делать. Очень круто получается. Остальное все ситуативно. Не очень хорошо визардов там часто можешь делать. Но это все может быть... Не настолько уверена. В принципе, здесь все купить можно. Мультика нету, может, я и продам все. Сейчас попробую. Если посчитаю внимательно. 6 голды. Ну да, в принципе, можно. Ладно, я тогда даже так продам. Подсадку тогда лучше выйду. Делать огром, чтобы есть фигуры. Чтобы получить дэмэдж, да. С хорошими шмотками и очень... Ну, гирокоптер это лучше всего делает. Да в лейте надо делать. Там слотов побольше, синергии побольше, еще дополнительных. Маджик Т2 сильный. Догоним, буду стараться играть.
БХ фармит меня, БХ молодец. Аганим ДК хорошо используется в Акирах. Плюс в Легах, ну в легендарке там. Будем смотреть. Еще один БХ появился. БХ вообще хорошую экономику делает. 3 БХ близко. Тут я не буду играть. С ассинами. Ну, через марш, кстати, да, через марш буду. Просто изначально тут атак спида ничего нет под фантомку. Здесь либо я левел сейчас нажимаю, плюс. В экономику продаюсь. А лучше в экономику. А тут, по-моему, и так должно хватить. Хотя патч с загоном. И он самого сильного у меня. Бесполезный у меня спел. Пошел, да. Да, лучше бы я тут. Левел апнул. Ладно. Гон жесткий, там пол хп отлетело у меня. Ну там не пол хп из-за андеда в счет летело. Это так, ну. Там вот под андедами стоял. То есть у меня изначально. Если без андедов это бы не так тут смотрелось. Не так больно. Да, марш можно в принципе ассасином сыграть. Если конкурентов не будет. Через марш вроде. Нормальный вариант. Две масочки, то есть через марш получить бог будет. Бусники. Ассасин хорошо будет играть. То есть вообще никого нету в ассасинов тут, поэтому спокойно можно играть, вообще спокойно. Паузу забаним. Забанил на перчатки, сам стримить пошел. Ее, мерза. Так, так и пол. Так, так и планировалось. Карточка. Так.
Ого. Кстати, шанс есть тут что-то сделать. Ладно. В этого решил сюрикен не кидать. Никслоби, я с тобой, давай. Давай, ПТСки нужны. Можно, кстати, на крипах 2 Т2 БХ с мипарями поставить, Т1. Шанс может получиться такой. Филин, привет! Мирза, давай там настраивайся. Инстрик на хантерах. Андеды. Эльфы. Рыцари зомби. Муэрто там. Манга просто. Там все на хантерах стоят, поэтому у меня тяжело получается. Ну, бхашки нафармить. Именно тяжело. Настроит личный. Ты чё там, Мирза? Все чётенько. Настрой в порядке у меня. А роллы не буду тут кидать. Релевел, я потом уже до роли тут максимально доделаю все. То есть один тоник. Два морфа, один БХ, один мипа. Или еще там какие-то усиления. Думаю, мы справимся. Что, хпшку? Хпшку дадим, чтобы у нас левел бесплатно был, чтобы больше роллов было на голду. Тем более, лустрик плюс 2. Нормально. Пофиг, думаю, дефну, если все правильно сделаю. Ну, тут лустрик теряем. Игорь, здорово. Игра. Только начали. Все нормально. БХ опять не успел. Тут Лина. Лину зарядили. Ого. Луз хороший очень. Пасиков. С пасиками не получилось. Но дев должен быть нормальный. Маск. Ой, бук собрал. Бук в шейкере собрал. Сларка там скипнул. Мне нужно было крипов дефать. Поэтому... Страшно. Я бан уже сделал, не пойду в лейт. Хотя можно было. Хочу так доиграть. Ну, ассасинами. То, что бан сделал. Без хумов, то есть просто успею в троечку сюда ролять. Все у меня сработает.
Да, можно дальше просто дораливаться, и все, все хорошо будет. Стримеру игра подкручивает так, как по-другому-то. По-другому никак. Тут шмоток много у меня будет, я не сомневаюсь, что все будет получаться. Финик лишний, шекеры сяпнется, поиграет. Можно без Сларка играть тогда. Мне Рикимару-то все равно нужен. Вот шекер каст сделал, все хорошо. Эльди, хелло! То есть проигрывали лет до 15, а потом выигрывать стали с звуком. Там у меня 5 лузов с 9 было. Кстати, даже вот это могу убрать. Спокойно. Enchanted, I'm sure. Да, все здорово. Еще плюс стрик. Тоже спектра. У него хпшки даже не осталось. Ребята, БХ закроем, нет? Сможем, справимся. Уже на будущее поставим.
О, у меня почти БФ. Раса. Ну, то я Кира буду делать. Ну, или как раз Агров. Но Киров лучше. Потом, когда... Мне БХ очень сильно нужен. Могу Тауреном сделать, чтобы сразу типа легче было. Но у Киров лучше, я потом с фантомочкой Киров могу. А, вот этого откажусь, просто Магнуса поставлю вместо Морфа. То есть чуть-чуть, да, не хватает. А, у меня есть... Вы что мне не говорите, ребята? У меня, знаете, что есть? Как это можно не знать? У меня есть крит максимальный. Максимально уверенный. Так. Максимально уверенный крит. Ну, я тебя просто продавать буду. С рыбочку дали. Сейчас она будет критовать очень уверенно. Эх, очень быстро скастила. 900. 800. Жестко, в общем. Кентавра фантомкой сделать норм. Но если только ты потом... Четырех кентавров будешь делать, я не буду здесь делать. Я здесь секиров буду делать. Либо если мне БФ будет, огром сделаю. Ну а так как кирчиков можно просто фантомочки доделать. Правда, шака у меня не будет, может быть, и огром лучше. Если ролить не буду, подожду побольше голды, чтобы успеть. Кентавром. Может быть. А Кира фантомки? Нет, именно не фантомки. А условно. Магнуса. Чтоб я мог как раз Акиров с фантомки делать. Дубликаты ставить. Акир с фантомок и с Рикимару. Чтоб было. Когда два Акира. Синергии у тебя нельзя делать из самих Акиров и Акиров. То есть ни в Сенкинга, ни в Фантомку я не могу так сыграть. Кентавра особо ничего не даст. Ну, не так уж будет хорошо. Монкасина можно сделать? Можно, но это Вемпера хорошо. Фантомочку, наверное, не имеет смысла, потому что она всех шотит очень быстро. Теперь дракон, тут уже 5 драконов. Это вот он делает, дракон. Я просто раз дефнул это, 5 драконов.
О, замерз, это вообще 9 магов или что это такое? А нет, 9 магов нету, это лич, да, был или кто это был? Ну, плюс критулечки еще. Под тридент, если кто-то кирами будет. Разбирать будем. Уверенно все. АБФ сделаем. Тут уважаемо уже. Еще расскажи, пожалуйста, как книга это работает. Один раз случайно получилось сделать то, что хотела, потом три книги то помимо. Восклицательный знак карточки — это в целом информация. Есть карточка на расу, есть на класс. Там почитай, а потом я тебе объясню еще какие-то моменты. Какие-то моменты, допустим, как карточку нажимать. Если, допустим, я хочу сделать кого-то Акиром, я ставлю своего юнита рядом с Акиром. А Акир — это раз, нажимаю на карточку и потом на своего юнита. И класс то же самое. То есть вот какую расу или класс ты хочешь, с тем рядом ставишь и потом нажимаешь. ФБКБ бук, ее. Будет фантомка гром или нет? Возможно, да. Возможно, будет. Так, еще и мне это появилась рыбка. То есть у меня еще и рыбка, да, появилась. Вот эти все шмотки вообще нужны, все шмотки. Против 9 мага огром нет смысла ставить. Против агров я посмотрю ситуативно, в кого я буду делать. Ситуативно все у меня будет. Абсолютно перк. Момчик можно делать, если... 9 магов вылетело.
Классико. Да, три юнита не надо рядом ставить, все правильно. Классико. Тут. Так играется. Просто сразу все поля реки закроем. Я не буду ничего нажимать. Хотя разбор, в принципе, есть. Можно еще одну маску дать. Лумас, привет. Фимов, Дота, привет. Что Ганим делает? Круто делает. Плюс левел спел. А, спел на уровень выше. Ну, фантомки в Т3 юнитах бесполезны. Допустим, варлока Т2 делаешь. У тебя как Т. Големы как Т3. О, тут повезло это. Ладно, у меня увороты тут были. Четыре хп оставим. Тогда на всякий случай возьму, что по кирам. Можно было делать. Из марш играем. Тут вроде как момчик, но я пока ничего не буду нажимать. Просто вот так точно дам. Остальное посмотрю. То есть условно Магнуса делаю Акиром. Роли дубли. Так как огром можно, насколько это нужно. Некрофос есть в пуле, тут нет смысла. Если некрофос в пуле, нет смысла огром делать. Раз. Ну так спит может быть лучше, чем хила у меня хватает. То есть с огром там 1000 урона было бы, то есть чтобы смотрелось. А так и без знак играю, может быть, и Сларка поставить, еще и Наг добавить, если вдруг тут сложно будет. Здесь Киром сделали макаку. 4 кира. Вот здесь нормально Огр. Ну и 3D тут нормально было бы. Да и так разбираемся. Вот клока хорошо очень. Будем смотреть.
Локу сейчас дам. Да. Чем пишешь ТП? Когда пишешь ТП, ты телепортируешься в середину карты, там с кем-то, с какой-то задержкой. Урон, когда по курьеру идет, ты можешь так доли секунды выиграть, и какой-то оппонент раньше тебя вылетит. Ну, это такое для задров. Я такое не очень люблю, мне больше нравится решение принимать, а не... На турнирах такое интересно, такое нужно делать. На турнирах. Кто-то просто, ну, хочет так тесики апнуть. Так хорошо сделать. О, сразу дефнул меня. Давай все-таки огром, да, сделаем. По идее, тучку должен кинуть, сейчас проверим. Сейчас, по идее, здесь тучка тоже должна быть. Да. Ну вот она, Огр. Больше 1000 урона. Чисто базового. С БФчиком совсем. Бешеная. Согласны? Жестко, да, выглядит? Шеська крит, пок. Так вот, моя фантомочка. Чё к этому добавить? Это можно... Что-нибудь добавим. То есть, видите, она кушает юнитов, 7к хп. Что драконы улетают. Пусть пока так будет. Потом посмотрим. Energy Grip сдает. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, здесь Тайт был. И тут же Кира был. И тут кто-то был. И здесь кто-то был. В принципе, так нормально. Открыл смокер 2, гони вам. Да, он жесткий. Классико. Пашер, наверное, нет смысла.
Это три. То есть эти шмотки, я не знаю, как часто тут мы... Может, что-то вылетит. Как-то реализуем. Вот, некра тут. Стрик сбил. Еще БКБ, если энерджи, мэн. В энерджи, ладно, Грифс. Да, БКБ дам. Рики апать пока не буду. Тебе шмотки мне нравятся. Там один хп, апай. Да ладно тебе. Страшно, вырубай. ГГ. Ну, фантомка это зверь. Еще близко, да, второй БФ тут как-нибудь рисовывали. Фокер как раз Т2 с аганимом. Ну вот, то есть в 6-7 слотах игру можно выигрывать тут через марш, когда шмотки хорошие заходят.